тех, кто тебя не знает, представься. Я Дмитрий Ликс, стример на Твиче, Фрик Сквад, Сила. И я. Сколько тебе годиков сейчас? Ох, блин, вот это ты зря сразу в цель вопрос задал. 35. Короче, кроссовки Adidas. Бля, и вот эти вода сверху. Марку не помню, но по цене 10 тысяч они стоят. Штаны Hugo Boss тоже 10 тысяч стоят. Футболка подарочная, ребята на день рождения дарили. Дом Ребель, я думаю, 1008 такая стоит. Ну так и стоит. Какой, блядь, 1008? Она стоит... Мне кажется, 1015, нахуй. Какие 8? Мне кажется, она дороже стоит. Ну ладно. Стоит примерно, да, там 8 или... Ну, что-то такое, плюс-минус. Ну то сейчас уже 15, я понял. Уже 15. А, нихуя себе, блядь! Давай по новым ценам, чтобы, знаешь, чтобы попизже было. Вот, куртка Jordan 25, по-моему, 26 тысяч. Аксессуаров никаких не ношу, потому что постоянно все проябывают, цепочек тоже не ношу. Почему ты теряешь вещи? Слушай, не знаю, по жизни так сложилось, вот все, часы там постоянно, то ремешок рвется, то еще что-то, цепочку бабушка золотую дарила с крестиком, пробал. Ну, ты выходишь на улицу только для того, чтобы постримить? Или бывают какие-то другие поводы? Да нет, еще на Гороховую, блядь, как его, 47 залететь нахуй к девочкам, а так, в принципе, да. Бывает, хожу покушать, а бывает, хожу еще в массажную. Вот, но, ребят... Сука, он с таким это довольным лицом сказал, блядь. А то, кто с Твича будет смотреть, они в курсе за эту тему. Ну, массажную. Массажную, где не только массаж. Ну, массажную, да. Ты хочешь, где массаж делают какого пола люди? Слушай, чаще, ну, не чаще, всегда почти девушки. Чаще, блядь. Да не, не, ну мог бы честно сказать, ну иногда хожу к пацанам, тут нет ничего такого, вообще, ну типа, только одно одобрение, блядь, ну хожу только иногда к пацанам, ну а что тут такого? Мне дрочат волосатые мужики, все, сказал бы и нормально. Не чаще. Всегда девчонки, всегда, да. Всегда. Кто сделает клип, тот хуесос. Девчонки, ну хорошо, я понял. Ну, тебе больше нравится ходить на улицу, чтобы кушать, или на массаж? Слушай, мне нравится сначала сходить на массаж, а потом уже таким, знаешь, с пустым животом и, ну ладно, скажу что-то, яйцами, да, идти кушать. Вот, вот так вот как-то. Поэтому вот это, наверное, мои две последних вещи. Блять, короче, это... Это то, чем ты в последнее время занимаешься на улице, я понял. Слушай, ну тебе 35 лет, и я уверен, что молодое поколение сейчас думает, блин, 35 лет мужик, но он уже должен быть с семьей, с детьми, какие там массажные салоны, о чем ты, чувак? Слушай, мне кажется, я себя настолько избаловал такой жизнью уже, что... Да, мне кажется, Диман под какой-то хуйней, ну почему он всегда смеется, блядь, минус Юля, что минус Юля? Мне дрочит волосатые мужики. Иди нахуй. То уже не до семьи, не до детей, вот. Ну, у тебя квартира уже есть в Петербурге? Да. Я за день до того, как ипотечную ставку 22% сделали, взял, успел сюда, переигровка. Это очень круто. Так, квартира есть, в принципе, заработок есть, но сейчас монетизации на Твиче нет. Ну, мы сейчас не зарабатываем уже 12 тысяч долларов в месяц, да, как там пишут, поэтому что делать, все. Ну, я хочу девушку, которая будет работать. А как ты вот реально относишься к девчонкам, которые... Так он, блядь, каждый день ходит к девочке, которая, блядь, работает и хочет работать, нахуй. Каждый день, блядь, он туда ходит. Там выбирай хоть сколько. Которые такие массажи делают. Слушай, честно, да нормально. Они ничем не отличаются. Нормально, абсолютно. Есть среди них там, ну, адекватные, прикольные девчонки, с которыми... Женился бы на такой? Ну вот жениться я не знаю, но пообщаться, наверное, можно, почему нет? А ты не был, да? Нет, я женатый человек. Вот то, что друг рассказывал, я знаю, больше я не в курсе. Вот, так что так. Ну, в стриптиз-клубы тоже ходим, что вот. Вот поэтому и одеваемся так, видишь, все в стриптиз. Он сказал, в стриптиз-клубы ходим, это он про кого имел в виду? В стрипухах остается. А сколько ты реально максимум вот так за массаж или за стрипуху отдал? Ну, за массаж-то немного, массаж не так дорого стоит, а за стрипуху, ну, прям вот самое максимальное, что было. Ну, да, за вечер, чтобы ты такой, вау. Когда на стримах это не говорил. Ну, что вау, прям жестко, это было... 250 это было. 1000 рублей? Бля, ебать, 250 тысяч в стрифухе садить, ебать. 200, четверть, блядь, миллиона, нахуй, просто. Нет, это не пиздобол. Диман рассказывал, что там было.
Нет, это не пиз... Нет, это не пиздобол. Это он рассказывал, что там было. Да, что, ну, просто, чтобы вы понимали, 250 тысяч, это по факту для этой стрипухи, блядь, практически хуйня. Блядь, мы как-то раз пришли, взяли, блядь, там два кальяна, кружку чая и апельсиновый фреш, и взяли випку там. Ну, випка просто без всего. Просто випка — это отдельная комната. Это отдельная комната, где нам принесли два кальяна, чай и фреш. И мы отдали 55 тысяч рублей. 55 тысяч рублей. 50, нет, 55 тысяч рублей за два кальяна, сок и чай, нахуй. Спасибо. Реально, что ли? Да, ну это было разово, это было дата. В Питере, наверное, там массажи на 100 можно сходить. Ну это примерно, чуть поменьше, но да. Видимо, там какие-то супер атмосферные девчонки были. Ну было охуенно, было караоке, было все дела, там как бы все красиво, отдельная комната, прям супер. Они... Ну вот, Диман пьет только вино, по-моему, только вино. И в этой стрипухе бутылки вина стоят, по-моему, 12 тысяч рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. Я не помню, я там вино не брал, я там вино не пил, но, по-моему, стоит то ли 8, то ли 12 тысяч. Пели в твой микрофон? Там был резиновый микрофон. Пели в него. Вот, в мой нет. Привет.